Российская супермодель, актриса и филантроп Наталья Водянова создала мобильное приложение Elbi, которое позволяет жертвовать деньги в благотворительные фонды и получать за это криптовалюту LoveCoins. Приложение Elbi есть уже в App Store с поддержкой Apple Pay. Elbi помогает осуществлять взносы в благотворительные фонды в обмен на внутреннюю криптовалюту LoveCoins, за которую можно купить вещи известных брендов Fendi, Givenchy, H&M Conscious и многие другие. Приложение позволяет переводить небольшие суммы на благотворительность, а также взаимодействовать с фондами и обычными людьми. Elbi расшифровывается как Little Big, поясняет Наталья Водянова. Это означает достижение большой цели через маленькие действия.